Сейчас я иду, сейчас иду. Сейчас, две секундочки. Да. Сейчас иду. Так, мате, теперь мате, стойки будем делать. Там иди сюда. Значит, что мы делаем? Берем одной рукой, одной рукой. Он берет ответственность за пар. Дальше что делаем? Чуть-чуть тянем. Стой, фронтальная стоечка. Потянуть надо его. Раз, вот он пошел так, да? Теперь раз, ножку поставили, подошли, развернулись и зацепили. Но он стоит на ней тяжело, поэтому нужно чуть-чуть толкнуть его. Раз, убрали ногу и сразу вниз. Еще раз. Зацепили. Нога хорошо, если стоит сразу? Стоит хорошо. Если не стоит, значит надо чуть-чуть потянуть. Раз. Дальше что? Просто разворачиваете. И цепляете. Как крючком. Раз, отцепили. Она не уйдет. Она стоит. Чуть-чуть толкнуть. Раз. Чуть-чуть убрали и бросили. Пошли. Поэтому я быстро. Раз и не на
Боремся.
стоим. Одна нога впереди. Прямо стоять, дудаисты. Да. Не наклоняйся, что ты наклоняешься? Тяжело.
Пишем. Так, теперь смотрите следующее. Что нужно делать? Вы взяли доклад. Да, он вдруг взял доклад. Вот вот я. Посмотрите, мы взяли доклад. Посмотрите, я делаю зацеп. Раз. Что должен делать Андрей? Он должен ногу поднять вверх. Оп, сделать зацеп. То есть я делаю раз. Оп, и зацепить. Вырыв. Вот. Еще раз. Я показываю. Ставишь ногу вперед. Я не бью по ноге. Это не подсечка. Подсечка я вам еще раз покажу. А чуть-чуть ногу. Видите, я разворачиваю. Раз. Хочу зацепить. Он оп. И переступляет. Еще раз. Раз. Оп. И переступляет. Пошли. Без падения. Без падения. Первый цепляет, второй контратакует. Что ты делаешь? А, да, что ты так один раз, потом берите этот заклад, потом этот меняете.
хорошо у нас деньги. Самое медиа, если мы все. Камера зафиксировала. Так они специально хотят. Нет, это сложный прием, Сергей. Что сложный прием? Ну, вы у меня падали сложно. Вот подхватите меня сложнее, чем зацеп. Зацеп. Вот я. Держать именно вот тут держать его сложно тогда. Как сложно? У тебя бицепс, ну как подтягивается? Никак. Отсюда нужно уже цеплять. Где рука, где ты можешь осадить человека? Да? Или уже не здесь бери. Okay.
вообще вокруг ковра? Варимся? Да. Заправились. Вот так и остается.
Приготовились? А, нет, ну я не вот. Ну все. Приготовились? Пошли! Эй! У вас маник, надо решить быстрее их делать. Готовы? Чек! Раз, два. Эй! Мне не надо вот это делать. Мне нужно, чтобы плечо качало. Эй, посмотри на меня. Вот плечо должно. Вот. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Не надо, пятни. Десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Быстрее здесь. Двадцать. Раз, два, три, четыре. Саша, два, пять. Как я? Шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Отсюда. Бокс. Пошли. Раз, два, три. Ну давай быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три. Эй! Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, ногами стой, ну что ты на прямых ногах? Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Помогай ногами, чуть одни. Вот так пошли. Раз, два, три. Эй, не здесь. Я здесь. Раз, два, давай. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, два, семь, поднимайте, восемь, девять, двадцать, раз, два, быстрее, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, положение следующее. Приготовились? Что это такое? Что поезд лежит? Положи. Положался, да. Приготовились? Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Хорошо. Следующее упражнение. Бокс. Пошли. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Стоп! Эй, пацаны, когда вы бьете, не так оставляете, руку разворачиваете. Так, приготовились? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, стоп, ладно, другое упражнение. Отсюда снизу. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два. По мне, не надо бежать, по животу снизу. Бам, бам, бам. Пошел! Эй! Раз, два. Нет. Нет, не стираем. Оп, куда? Оп. Пошли. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два. Четыре, раз, два, три, четыре. Положили. И бросаем. Следующее. Я сейчас еще куплю потяжелее. У него Сережа. А сколько они стоят? Сколько? Вот самые большие. Это я заплатил 600 лей за две. За две 600 лей заплатил. Я могу заварить. Что? Заварить столько могу. Зачем? И продать. Кому? Бизнес открою. Вот такую ты можешь сделать? Да. Вот такую? Да. Вот так сделай. Или ты два бетика берешь и потом это. Один приседание, три удара. Раз, два, три. Посмотрите, 10 приседаний. Раз. Удар. Раз, два. Три. Оп. Четыре. Так. Эй, не так. А вот так. Следующее.
три удара. Два, три удара. Четыре, четыре. Стоп. Еще раз. Вот так будете наклоняться, вам как идут снизу. Так хоть типа руки закроют. Пошли. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Убрали сюда. Большие туда, поменьше сюда. Построили здесь. Сами! Сейчас еще раз буду давать. Быстро встали. Что ты сидишь? Построили. Встали сюда. Снич. Ничего встали. Научишься. Я же тоже мешком был. Тренер заставлял по канату лазить, да и по столу. Вот это мне как раз и не дало нормально работать. Так, сверху. Туда. Проснуться. Прыгай прямо туда. Не надо далеко, не надо близко, не высоко стоять. Хоп. Хоп. На конца. Хоп. На конца, на конца, на конца. Молодец. Каждый раз понемножку. Хорошо, следующий. Нет, нет, не спеши, не спеши, не спеши. Хорошо, следующий. Молодец, Леша. Сильненький. Вот ты на коленях. Сильненький приседай. Поменьше, поменьше приседай. Меньше приседай.